Приближается сезон гриппа. Позаботиться о своем здоровье и здоровье ребенка нужно заранее. Иммунитет после прививки вырабатывается в течение 2 недель. Все желающие могут сделать прививку от гриппа бесплатно. Вакцинация детей против гриппа в детской поликлинике она уже началась 27 августа. Как правило, мы всегда рекомендуем проводить ее в осенне-зимний период. Вакцинация против гриппа она показана детям, начиная с 6-месячного возраста и до 18 лет. Особенно врачи рекомендуют делать прививку детям, которые часто болеют, имеют хронические и соматические заболевания, врожденные пороки иммунодефицита. В этом году для вакцинации в детской поликлинике используют Совигрипп. Отечественный препарат адаптирован специально для детского организма. Каждая упаковка содержит индивидуальный шприц с необходимым количеством вакцины. Заболеть гриппом именно от прививки – это невозможно. И всегда для детей приходит вакцина очищенная, то есть не содержащая консерванты. Это отечественная вакцина, она очень удобна в применении. Единственное противопоказание – это является непереносимость куриного белка или тяжелые аллергические реакции на предыдущее введение вакцин. Вакцинацию детям проводят только с согласия взрослых. Прививать ребенка или нет – личный выбор родителей. Важно помнить, что никакая вакцина не гарантирует, что ваше чадо не заболеет. Однако привитый ребенок переносит инфекцию в более легкой форме, без осложнений. Заболеет он или нет, зависит от эффективности работы иммунной системы. Даже если привитой ребенок заболеет гриппом, вакцина защищает от осложнений. И все-таки достаточно серьезных осложнений – это энцефалита, это и отеки легких головного мозга, уж не говоря о простых осложнениях, это вот отиты, синуситы, пневмонии. Всю информацию о вакцинации можно получить у медработников в детских садах, школах и у участковых врачей. Записаться на прививку можно на сайте, либо в регистратуре детской поликлиники. О прививочной кампании для взрослых расскажем в следующих выпусках. Дарья Козина, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.